Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня уже наконец-то обзор героя на максималке. Покажу вам, расскажу, что и как. В общем, такая вот сборка, 30-й прорыв. Поставили, конечно же, лайк и смотрим. Сразу говорю, вот то, что я уже вижу с прокачки, на сегодня он не есть дуэлянтом. То есть название не отвечает тому, что может герой. То есть дуэлянт, по сути, он должен там вытаскивать, выжимать. Он этого делать не будет один на один, потому что это не соло-герой, это больше командный герой. Судя по его описанию умений, я вам уже много видосов показал, рассказал. У него очень мало дефа. В принципе, я ему поставил из-за этого огненку. Хоть она и блокируется, но, скажем так, большинство героев она блокируется, но это хоть какая-то защита от Зефира. Он точно такой же, как и Зефир, он наносит максимум дамага 1740, он на максималках у нас. Сейчас он собран у нас, скажем так, на деф, плюс уклонение, плюс жизнь. Если мы пойдем в рейд, я вам сейчас разные сборки покажу сразу же, хочу атакующую плюс-минус собрать. Вот у нас есть Зефир. Идем в атаку, миссуют. Как видите, его вот сейчас на фрейм мы, наверное, скорее всего, таки зависнем. Он кайфовый герой, бьет все дела, но есть, конечно же, как и у всех, минуса. То есть молчанка — это самый большой, наверное, для всех героев. Но, в принципе, в остальном всем, я вам скажу, он меня более чем устраивает. Там многие пишут, этот герой не имба, там... Фрея моя круче, Зефир круче. Я не спорю, ребят. Однозначно, Фрея классная, Зефир по-своему хорош. Но этот герой очень универсальный. Он обалденно наносит дамаг. Посмотрите на, внимательно на Фрею вражескую. Сколько дамага она получает. Посмотрите, как она проседает. Постепенно, постепенно, уверенно. Этот герой один на один по-любому вывозить не будет. Но здесь он у нас собран, в принципе, неплохо. Сейчас Зефир включится и начнется бомбежка. Вот по 77, а так бы по 140 его просто сливали. Но, как видите, держится. По чуть-чуть, медленно, уверенно. 30-я Фрея не пробивает. Это уже радует. То есть у него дефа в такой сборке хватает. Единственное, что молчанка, конечно же, будет немножко тревожить, но это не такая уж и проблема. Сейчас пойдем дальше, пусть пройдет дальше. Покажу вам на подземках. Вот Фрей он, в принципе, слил. Дальше еще самый большой плюс. Если вы обратили внимание, я уже не один раз вам говорил, это самый обалденный дальний герой. Что он может делать? Как видите, он атакует с плюс, там, не знаю, наверное, клетки 2 расстояния дальше, чем все остальные. Соответственно, он будет вытаскивать у вас, если таблетки не будут стоять все в одну линию, по одному герою. Это очень огромный плюс. Если бы был здесь герой, у которого дальность атаки меньше, на нас бы загрелись все. Этим же можно будет вытаскивать по одному герою. Это обалденнейший плюс, я считаю. Ну, посмотрим сейчас, как он... Ну, огник 30 его не сливает. Поэтому говорить, что он такой себе, я бы не стал. Да, у нас здесь вальс стоит, то есть у нас отхил, но такая сборка. Вот я побегал, побегал, посмотрел, присмотрелся. Вот на PvP режимы вот самое оно будет. То есть уклонение плюс отхил, плюс атаки немножко. Вот именно, знаете, золотая середина. Ставить можно и СО, я показывал уже с СО, он тоже классный, но там чисто деф. Этот деф игнорируется, в принципе, Зефиром, и отхила маловато. А так, как видите, он соло может бегать спокойно 3 минуты выстоять. Плюс, плюс. Поехали еще посмотрим кого-то и пойдем дальше. Конечно же, там, где заряженный Зефир, там печаль. Вот Фрея, молчанка, как видите, вот это самое большое больное место. Это молчание. А так, в принципе, вот нравится мне его атака. Вот Зефир начал бить, как видите. Зефир нам, наоборот, в данном случае, в такой сборке, помогает. Он бьет мало и плюс заряжает, дает нам отхил.
Ну, вот один из минусов то, что он не дальнего действия, допустим, вот он не бьет, он бьет зонально спереди, то есть он дальше не пойдет. Мы зависли на фрей, и мы так можем здесь просто проторчать целый бой. То есть тоже, ну, это у большинства героев такие минуса тоже есть. Ну, его не сливают хотя бы. Так, ну, что там, давайте что-то поищем еще. У меня тут, конечно, такие сборки героев у всех. Тут хрен что-то нормально найдешь. Так, Фрейя 30-я. Вот, например, против... Так, и стрелок есть. Против землеройки. Видите, землеройка заблокировал. Землеройка однозначно его будет, в принципе, сливать. Он будет просто тупо блочить. Надо сюда ставить тогда уже Рудольфика, чтобы он не блочился. И он тоже миссы точности не хватает. То есть эти все нюансы, ну, это фигня по сравнению с тем, что он делает. Вот так, а ну-ка против Анубиса попробуем. Вот Космо бьет. Ну, если я тут даже выпущу, вот сейчас его, если сольют, выпущу другого героя, покажу, его точно так же будут унижать. То есть он ничем не хуже, чем все остальные, скажем так, но преимущество у него в дамаге. Однозначно вы его первым, я уже говорил, никогда не кидайте, если он у вас будет, потому что он должен быть на задней линии. Он автопрокер обалденный, плюс снимает бафы, дебафер, ну, не знаю, мне он очень нравится. Вот даже под Космо Фрейя бьет, они его не сливают. То есть он может держаться, у него собственный отхил есть такой сборки. Я еще хочу попробовать его с обрядом лечения, посмотреть, как он будет с обрядом. Вот, пожалуйста. До свидания одному сказали, сейчас попробуем дальше пройти. Но тут, конечно, Фрейя не знаю, или даст нам дальше пройти. Она будет всегда активироваться. Но у него скорость атаки просто обалденная. Сказать, что он не тащит, я не знаю, я бы не сказал. Как по мне, он реально крутой. Конечно, то, что он больше будет на PvP локации заходить. На фарме, честно скажу, такое. А вот посмотрите внимательно, как пропадают юниты. Это зона действия его скилла. То есть скилл сработал, и в той зоне еще пропадают юниты. Это он по них дополнительно дамажит. Так, смотрим против ворожая. Дамага у него реально очень много. Единственное, нас Космо останавливает. Он не дает нам дамажить по цели нормально. Жалко, что мы не на Космо заагрелись изначально. Его можно также, вот я думаю, может скоро его соберу фул уклон, тогда он будет как мой ворожай, очень крутой. Плюс он себя там еще подхиливает. Ну, 2 минуты он простоял против нормальных героев, скажем так. То есть сказать, что он херня, я бы не сказал. Он полная херня, шучу, конечно. Вот против Зефира видеть, ну, против Зефира все герои будут точно так же стоять. То есть кого бы вы ни выпустили, будет по сути то же самое, только в 2 раза больше, если у вас нету огненьки. Так, огненьк, Зефир. Так, еще одного смотрим. Идем дальше смотреть следующие локации. Вот, кстати, вот здесь против Фоба. Фоба тоже, кстати, вот посмотрим сейчас, как он сольется на Фобе. Кто кого? Видите, отражалка работает довольно-таки неплохо. Вот Фоба по-своему хорош. Отключился Зефир. Но его не сливают. То есть такая сборка, она универсальна. Так, нас там ворожай будет подхиливать. Поехали дальше. То есть такая сборка. Поехали на подземке. Вот, 30-ка на подземках. Посмотрите внимательно на урон.
Основным скиллом он наносит скользь бронь, то есть он у нас прокачанный, здесь будет намного больше дамаг уже, чем в предыдущий раз я показывал. Смотрите внимательно на этих. Вот они подбегают, они получают стабильный урон от атаки уже 89 тысяч. Это 115% от атаки. Основной его скилл это 1700 там сколько от атаки, вот это сквозь броню. То есть хороший дамаг у него получается. Это при том, что у нас сборка не дамажная. Вот на дебафил у нас 89, это стабильный урон. И он идет всегда. Остальной урон, как видите, это уже от скилла идет. То есть дамага он реально очень много наносит. Я хочу протестировать еще другой вариант. Сейчас давайте. А, в принципе, мы можем и так его собрать. Поставить победной. Там 89 у нас было, да? Ставим победной. Смотрим разницу. Вот есть. Вот видите, ничего не поменялось. То есть от атаки именно идет урон. Если вы даже поставили победный, вроде казалось бы, у нас должно сейчас прибавиться нормально урона, но к сожалению этот урон может прибавиться только на удар, то есть на сам его скилл оно не влияет. Единственное, что мы прибавим в данном случае, это немножко дефа, отражалка улучшится, все. То есть бессмысленно ставить победный на него. Я еще один вариант хочу потестировать, показать вам. Это как, знаете, как в принципе, ну, мы уменьшим там входящий урон, а как на зефире можно поставить. Я хочу поставить на него ритуал. Вот с ритуалом он реально хорош. Должен быть, так как он далеко атакует, он имеет иммунитет к стану, то такой вариант, в принципе, будет хорош даже на PvP локации. То есть он дополнительно будет себя хилить. Не знаю, сейчас мы достанем, потому что у меня там ритуала нет. Чарить его полностью на атаку я бы даже не советовал, это я уже говорил, он будет просто на любой отражалке, просто сольется за раз, за счет количества дамага, который он наносит. На, эта чарка новая ему бессмысленна. То же самое, то есть она по сути ему ничего не даст, то есть увеличение урона с руки будет там от скилла основного, но он будет сливаться намного быстрее. То есть это чисто для фарма чара на сегодня. На PvP локации все-таки священный суд, дафный вариант, это самый лучший вариант. Но еще хочу посмотреть вот обряд лечения, даже так пусть будет пятый. Поехали сюда. Ну, видите, молчанка и тоже. Тоже, по сути, бессмысленно. Самый оптимальный вариант, это все-таки священный суд на него. С того, что я вижу уже. Вот, смотрите, ему хоть и больше у него жизни, но с другой стороны, он будет себя хилить. Там еще дополнительно хоть как-то. Но будет недомогание, он все равно будет у вас сливаться. Но за счет скорости атаки, возможно, как вариант... Видите, просто тупо не успевает, не срабатывает, он себя не успевает даже отхилить. Этот вариант будет неплох на подземках, в принципе. Но такого героя собирать для подземок бессмысленно просто. То есть он будет себя подхиливать за счет своего таланта, за счет чарки. То есть вы его хрен тоже сольете в таком варианте. То есть плюс срабатывает уклонение, он себе будет просто пробивать все время.
Но дамага он реально очень много наносит. В зоне действия его скилла он просто кайфовый. Возможно, что-то под него придумают. Дальность атаки я не знаю, зачем они, конечно, такую сделали. Просто нереальная дальность по сравнению с другими героями. Можно даже по приколу просто поставить замедление, и герой ближний даже к нему не добежит. Он его замедлит. Причем конкретно замедлит. Ну, то есть вот так вот. Даже если мы пойдем на седьмую. Вот видите, 89 это стабильный урон. То есть здесь он просто себя будет чувствовать как рыба в воде. Он будет постепенно, медленно, уверенно их просто разбирать. Понятно, что он там не нагибает сразу же всех, но он реально очень универсальный. То есть продолжительность действия его скилла реально может просто тупо добить в определенный момент, когда этого не надо. Против Фрей он будет нормально смотреться в пачке. Это дополнительный, скажем так, урон. Каждую там 0.25 он, секунды он наносит дополнительный дамаг. Но здесь у нас просто здание. Когда у вас будут герои, он реально будет очень круто смотреться. То есть он наносит очень много урона. Такая чара, вот, в принципе, тоже как вариант неплоха. Такс, окей. Поехали посмотрим, что там у нас по сборке. Поехали на аренку. Посмотрим, что тут у нас на арене есть. Тут, понятно, не прокачанные. Вот видите, морозится он, конечно, я показывал обзорчик на него. То есть заморозки он поддается. Ну а так, в принципе, держится молодцом. Разобрал, красавчик. Одни смертушки остались. Вот, зона действия, посмотрите, откуда он дамажит. Ну, конечно, по дамагу он просто бешеный. С такой скоростью, там кто-то написал насчет Тесса. Да, Тесса тоже, когда включает скилл, точно так же дамажит. Просто красавчик. Есть, конечно, минуса, это то, что отражалка, молчанка, но это нормальное явление для героев, которые сейчас есть. Вот, сейчас против Фрея он будет, смотрите. Вот, дамажит он Фрея, посмотрите, сколько Фрея получает дамага. То есть, реально, она не успевает даже отхилиться, он их просто шатает. Вот так вот. Хорош. В пачке вот его реально ставить надо на заднем плане. Вот даже здесь будет сейчас видно. Смотрите, он героев достает отсюда. Он может просто сейчас здесь встать и никуда не побежать. Так оно и есть. Видите, что он творит? Просто бешеный какой-то, реально. Ну, то есть уклонение плюс деф — это самый оптимальный вариант. На атаку его собирать, ну, я не знаю, я не вижу смысла. Кстати, вот хорошие противники. С Зефиром кто-то даже есть. Он по двум линиям бежит. Ну, тут 30-е прорывы, один против них, конечно, и Зефир, он их не ушатает. Давайте против Махатмы попробуем. Пойдем через низ. Ну, Махатма затащит, я думаю.
Вот ему даже, в принципе, он даже будет заряжаться. Стрелок даже ему не проблема, по сути. Смотрите, что он творит, ребят. Просто кайф. Что там у нас осталось, Фрея? Обалдеть. Что он с ней творит? Ну реально, у него урона 0.25 секунды, 4 удара в секунду, плюс его удары. Он нереально много дамага наносит. Вот так вот. Вот такой вот, ребятушки, герой. Многие говорят, что он фигня. Вот как раз таки он, не знаю, мне он очень нравится. Вот видите, основной его скилл дамажит. Процентуальный урон там по 2, до около 2 лямов, по-моему. 680. Ну, по-разному. Так, ну еще один давайте еще этого тестанем, пойдем дальше. Я думал, там прям мега-мега такие герои. Попробуем этого. По центру. Все, последняя попытка у нас, идем по центру. Без вариантов. ПБшка там и прочее. И посмотрите, что он с ними делает. Вот все, что ему надо, это просто уклонение. Уклонение, вальс, огненка, отхил и все. И он себе будет медленно, уверенно просто ушатывать. Жесть. Ну, хороший герой, он нестандартный. Вот самое основное и самое интересное, что он нестандартный. Короче, он пистончик еще тот, я вам скажу. А, так, давайте посмотрим на него на ЗБшке. Поехали. I'll be back. Возвращение, смотрим. Здесь нас замораживали, станили. То же самое, в принципе, происходит сейчас. Видите, когда он первая атакующая цель, он не будет тащить. Единственный вариант, можно поставить на него маскировку, попробовать, чтобы он уходил в инвиз. Но он вряд ли потом отхилится, но как вариант. Но маскировка, я вам тоже уже показывал, что это... немножко не то. Но на 30-м прорыве он уже себя явно намного лучше чувствует с уклонениями. Ну, он один их всех не успеет убить. По одной цели, конечно, дамажит. Ну, по чуть-чуть. Смотрите, и ворожая там разобрал. Хорош. Остался свален. Некрос и еще там. Я не вижу, кто там еще один остался. Но уже получше. Намного причем. Ох уж эти зефиры, как они хорошо на отражалках сливаются. Просто песня. А, так, вот есть какая-то Фрея. Нет, это слабенький. Давайте попробуем тогда на розу. Ой, отлично. Вот теперь смотрите, как Зефир его сейчас будет, по идее, ушатывать очень быстро. Молчанка и все. То есть вот вариант, ну это у всех героев такой. Тут вы ничего не сделаете. То есть это минус однозначный, но надо ставить Рудольфа, надо использовать его в пачке. Так, в принципе, я вам показал его. Лабиринт, я не знаю, закрыт, открыт. Отлично, открыт у нас лабиринтик. Поехали, посмотрим здесь на него в действии.
Просто песня, ребят. Вот реально, для вот таких вот локаций он будет просто чудесным. Он столько будет дамажить и так помогать. Я надеюсь, мы сейчас встретим какую-то хотя бы пачку интересную. Блин, обалденный дамаг у него, конечно. Не понял прикола. А, он же парализует. Посмотрите на гоблина, что он делает. Это просто пипец. Что это такое? А ну-ка, подождите. Что, дальность атаки такая, что босс к нему даже не достает, что ли? Это что за прикол? А, или он его парализует так. Я что-то не могу понять. Да, вот в чем сама суть. Посмотрите, что он делает. Тут просто не может подобраться практически. Но здесь, по идее, издали он даже на него не агрится. Просто кайф. Ну, конечно, больше нету других героев, он на других загрится сразу. Сейчас я добавлю сюда. Туда добавил. Мы проверим, или он не агрится, или агрится. Просто выкинем ближе Дрейка. Не, все-таки бьет. Ну, видите, на Дрейка загрелся. Странно. То есть, получается, в данном случае, если мы кидаем дуэлянта издали... Не, все-таки двигается, да, передвигается. Медленно, медленно. Это просто жесть, ребят. Капец. Вот реально кайфовый герой. Ну, поехали дальше, побегаем еще, посмотрим, может, кого-то словим более интересного. Это все боты. Не знаю, мне герой нравится. С такой, конечно, дальностью атаки это просто нечто. О, вот это уже был нормальный противник. И посмотрите, что он творит.
просто кайф. Это просто кайф, а не герои. Так, Хрона разобрал. Остался кто у нас там? Феникс и Фрея. Ну, Фрея тут с отхилом хорошим. Тут он ее так не убьет один на один. Ну, и она его, в принципе, не убьет. Но дамага он, блин, прилично наносит. Фрея проседает. Блин, ну, в связке, я думаю, он будет реально хорош. Давайте еще на гоблина сбегаем, посмотрим. Просто кайф. Вот это вот кайф. Загрел. С другой стороны, видите, он переагривается все-таки. Переагр идет. В общем, такой вот, ребят, герой, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Мне герой реально нравится. Он универсальный, он интересный. Я уже дальше его потестирую на других локациях в пачках, но вполне очень даже ничего. Подсолить, конечно, он будет и сможет реально очень круто. Дамага много. В общем, посмотрим, что будет дальше. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.